А вот и... Ой, ё. А чё сразу? А чё сразу-то стрелять начали? Всё. Батька этого бизнеса я, короче. Все мимо. Все мимо. Окей, ладно. Короче... Чё сказала? Ой. Я не ту хотел ударить. Ладно, об тебя погреться. Знаешь, Тревор, я бы об бомжа не стал греться, если честно. Ты смотри, как они стараются. Да ладно, там баба сосед, что ли? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA Five. Five 5, это по-английски, короче. И мы закончили, надо вспомнить, на чем мы с вами закончили. Мы закончили, по-моему, угоняли тачки, да? Мы угоняли тачки, вот. И вы в комментах писали, короче, что у меня есть бизнес. И стоит сгонять, посмотреть, что у нас, может, там баблосы какие-то накопились. Вот, так что этим мы сейчас и займемся. Пушку убери, а, слышь, а, ага, спасибо. Спасибо, родной. Так, тачки моей поблизости не видно. Или вон она стоит. Наверное, вон она стоит. Или это не моя тачка. Ну, ладно. Какая разница, какая это тачка. Моя это не моя, будет моя. Будет моя. Вот. Съездим, значит, посмотрим бизнес свой. Как он там поживает. Потом... Приобретение на компанию, у которых есть нерешаемые проблемы, отмечены силы НП. Опа, нерешенные... На нас снова напали, они хотят тут все разрушить. О! О! А вот это другое дело, я как раз собирался только туда ехать. Сейчас мы с вами как раз и разберемся. Кто там на кого напал, что там хотят, короче, от нашей свалки. Вот, так вот. Сначала мы, короче, съездим на свалку. Сейчас разберемся с делами, потом... Потом пойдем посмотрим, что у нас у Тревора. Иди, иди ты лесом. Иди лесом, у меня дела важнейшие, у меня бизнес хотят отобрать. Меня напали на мой бизнес. Так что мне не до тебя. Мне не до спасения. Так бы, если бы я был не занят, я бы... Конечно же, я тебя спас. Или там что там ты просишь там? Помочь там просто. Так. А вот и... Ой, ё. А чё сразу? А чё сразу-то стрелять начали? А чё сразу-то стрелять-то начали? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так. Ара. Сам-то ара. Лежать. Их чё удумали? 90-е, что ли, вспомнили? Пришли тут. Все. Батька этого бизнеса я, короче. Так что вам... Вам не светит ничего. Понятно, да? Понятно, да? Вы с Макс Пейном связались, так что... Выгляни. В окошко получишь в лукошко. Ой, ё! Подмога, подмога, мать их. А чё ты пистолет-то убрал, Майкл? Так, готово. Да блин, я всю дверь, короче, обстрелял. Чувака не попал. Все мимо. Все мимо. Окей, ладно. А, скажите, что бизнес отобрали, да? Твою мать. Твою мать. Минус 5 косарей. Охеренно. И чё? И чё? Бизнес все? На нас напали. Все, отобрали бизнес? А нет, смотри. Пока стоит на месте. Пока вроде мое. Короче. Что сказала? Ой.
Я не ту хотел ударить. Ладно, плохие новости, они забрали весь металлолом и всю наличку. Месяц будет плохой у Эсли. Понятно. Месяц будет плохой, так что у Эсли. Значит, короче, облом у нас. Облом с наличкой, которую я хотел забрать. Смысла ехать туда нет. Смысла туда ехать нет. Так что не поедем. Так что не поедем. Вот. Так что не поедем. Возьмем, короче, так, блин, на Тревора. Я что-то за это время уже забыл управление вообще. Короче, берем Тревора. Вот. Ну, а чё, долго ты думать будешь? Долго ты думать будешь или нет? Короче, я попытался. Я попытался спасти бизнес, но, увы и ах. Я просто хочу от тебя погреться. Знаешь, Тревор, я бы о бомжа не стал греться, если честно. Вот. Так, а чё ты на своей колымаге? Вон там через дорогу стоит хорошая ташила. Чего? Война там с кем-то, короче, сохранение. Окей. Ташила хорошая стоит. Так, у меня три сообщухи. Загляни к нам, короче, нет. Амуниция нет и это нет. Короче, фигня все. Все фигня. Все фигня, погнали дальше. Так, окей. У Тревора одно задание. Одно задание, и это у нас кто? Это у нас Дэвин. А, наверное, снова угонять машины. Ну, поугоняем, чё? Чё нет-то? Я думаю, да. Чё нет-то? Угонять машины мы умеем. Особенно если будем сейчас в паре с Франклином, значит, мы дело сделаем как нужно. Как, мать его, нужно. Ну, я думаю, в следующий раз, когда будет нападать на нашу свалку, короче, я думаю, мы дадим отпор. Мы дадим отпор, потому что, ну, я просто за это время, как бы, забыл управление и перепутал, короче, кнопки, вместо того, чтобы... Так, окей. Вместо того, чтобы спецспособность выбрать, я, короче, убрал оружие. Так, и чё я сюда приехал? А, полицейский департамент Лос-Сантос. Окей. Чего, блин? Что это было сейчас? Так, подойдите к стойке в полицейском участке. Окей. Окейно. Окейно. Меня послал Дэвин Уэстон. А, да, вертолетная площадка на крыше. А, да ладно, на вертолете летать? Ну нет. Так, вертолетная площадка здесь? А, здесь амуниция, да? Ну ладно. Ладно, так, где тут у нас тут? Опа, броник. Опа, спасибо, чуваки, спасибо. Так, а вертолетная площадка здесь, да, наверное? Да, вот лестница наверх. Блин, на вертолете летать это пипец опять. Хоть Тревор и ас в этом деле, но я снова буду считать, короче, небоскребы. Я вас жду, тогда залезайте. А, я вас жду, тогда залезайте. Так, окей. Залезать? А, ну да, двигаем. Включи сканер, он ведь и берет право нового образца, так? Когда загрузится, полетишь туда, куда, что-то там. Так, загружается. Используй джойстик, чтобы управлять камерой и увеличением. Она сможет опознавать пешеходов, у которых есть водительские права Сан-Андреаса 2012 года. Если навести на них камеру, сканер свяжется с базой данных и загрузит их досье. Неплохо, летим к моему приятелю.
А, вы собирались материал для фильма или сериала? Вы сценарист, да? Не совсем. Значит, актер, по запаху похоже, что вы пытаетесь вжиться в роль. Слушай, приятель, признаюсь честно, я не актер и не писатель, и не крупная шишка. Я преступник, а твой босс как бы продал мне тебя. Продал меня? Боюсь, что да, как скотину. Ну вот с этим разобрались, теперь запомни, мы ищем очень дорогой автомобиль. Так, очень дорогой автомобиль. А потом, что будет потом? Что потом? Осторожно, спойлер. Потом мы устраним свидетелей. Упс. Так, а, вон туда надо, да? Далековато. Очень далеко. Мне не просканировать, да? Я, короче, пропустил из-за этих диалогов все управление, короче, что. Так, увеличивайте и уменьшайте изображение с помощью... Так я уже увеличил, нет? О, вон, чувак. Так, так, вот он. Так, удерживайте на лице, чтобы провести сканирование. А вот, сканирование, хорошо. Франклин Клинтон, экзибиционизм. Экзибиционизм? Что за дела, Франклин? Да фигня, у меня штаны чуть ниже жопы просели, а полиция нашему брату любую мелочь готова припаять. Хочешь, чтобы я обсудил эту тему с представителем полиции Лос-Сантоса, который сидит рядом со мной? Просто лети на Хавик. Нужный там нам чувак там, я двину следом. Ты все слышал, Хавик? Куда только скажете. Так, просканируйте все цели в Хавике. Окей. Так ты что, арестовал моего афроамериканского друга за мелкое там... Меня тошнит от полиции Лос-Антоса. Я тут ни при чем. Ну, не все в департаменте Ангела, но обвинение в расизме. Будешь заливать, выброшу на трассу. У нас есть программа помощи и квоты для меньшинств. Ага, которые твоя дубинка раздает. Я, пожалуй... Не надо, вы многого добились за последние 20 лет. Тебе повезло, что я не могу управлять вертолетом и камерой одновременно. Так, окей. Три цели. Три цели. Так, Франко, прием. Мы заняли позицию рядом с Хавик-авеню. Как зовут подозреваемого? Чувака зовут Чет Маллиган, понял? Чет Маллиган, ясно. Так, окей. Чет Маллиган. Вне недосягаемости. А? Так, сканирование. Ну это по-любому не Чет Маллиган. Нелсон Страус за превышение скорости. Нет, это не то. Так, ладно. Два мужика будет на крыше. Под ними женщина в бикини. Но она точно нет. Она точно нет. Кэти Лоден, уклонение от уплаты налогов. Так, окей. Грейт Хаус, праздношатание. Праздношатание? Что это такое? Ларри Лоден, уклонение от уплаты налогов. Окей. А, поздравляем, в окрестности нет. Окей. Ладно, ладно, уже он в паре кварталов к востоку. Понял. Ого, охренеть, сколько еще там. Смотри, сколько еще тут надо сканировать. Так, ладно, я вижу вот этого чувака, давай-ка. А, Джулио Фабри за сопротивление при аресте, окей. Ты смотри, как они стараются. Да ладно, там баба сосед, что ли? Спонтанный миньет. Так, проституция. Прости. Да, иди сюда. Ух ты ж, мать твою. Чуваки, там убийство произошло. Там убийство произошло, чуваки. Смотри, смотри, потащил. Я все вижу, я тебя заснял. Ты же хочешь быть моим сутенером, а вместо этого убиваешь клиентов. Шлюха, остынь, а то получишь. Я делаю все, что могу.
им просто им. Так, ладно, давай-ка вот этого. Отдыхает. Люсин Стар, экзибиционизм. О, Франклин, твой дружбан. Так, ладно. Ты кто? Зевс Карачи, управление транспортным средством в нетрезвом виде. Окей. Так, а вы кто? Ну разве не милашки? Наконец-то мы видели нормальных здоровых людей в этом ужасном городе. Нормальных здоровых людей, конечно. Нарушение общественного порядка, Карилла Перл. Так, ты кто у нас? Чет Маллиган, превышение скорости. О, это тот, кто нам нужен. Франклин, прием, подозреваемый опознан, повторяю. Видим Чеда Маллигана, транспорта поблизости нет. Отлично, супер, ищем его гараж, держи его в поле зрения и будь внимателен. Понял. Проследить за Чедом Маллиганом и знать, где он припарковал машину. Так, а он будет разговаривать, нет? Не, он молча идет, короче. Пой с дороги, кусок мяса. Успокой своего пса, говнюк. Полегче, приятель. У него больная психика. Ну вот, ты его расстроил, отлично. Так. Блин, с поля зрения. Подозреваем скрылся. Возможно, придется скинуть пилота, чтобы выкурить его. Стойте, погодите, сейчас он выйдет из вон того здания. О, хорошо. А у него что, пушка? А, нет, мне показалось, пушка у него в руке, короче. Подозреваемый идет пешком. Так, вижу вертолет, я уже близко. С добрым утром. Пошел в жопу. Так, наверное, вот отсюда сейчас выйдет. Окей. Да, как я все предугадываю его шаги просто. Просто предугадываю его шаги. А вот и тачка. Подозреваем остановился, похоже, открывает небольшой гараж. Отлично, сейчас возьму машину. Эй, козел! Ой, черт, черт! Сука! Так. Держась поле зрения. Ни хрена себе точила, ты смотри, какая тачка. Смотри, какая тачка. Передавать инструкцию. Так, ладно, за ним следим. Следим за ним. Главное не упустить теперь. Тачка, смотри, какая, да? Просто ретро. Ретро точила. Ты смотри, там не поцарапай мне ее, а? Знаешь, такая вот, типа, из мафии, да, типа? Точила такая. Блин, он свалил. Я его не вижу. А, вот, вижу. Франклин, давай догоняй. Ты же стритрейсер. Включи свою суперспособность. Так. Я его вижу. Я его вижу. О, вижу, вижу. Какой шустрый. Надо, короче, опа. Опа, вот так вот делать. А где Франклин-то, ё-моё? Я вижу только подозреваемого, а Франклина не вижу. Чего у этого мудака? Что у этого мудака не так? О, Франклин, да ладно, ты появился в поле зрения. Давай там, не врезайся, окей? Ты же не я, ты же водила. Все, смотри. Он сейчас либо впилится куда-нибудь, либо остановится. Я так думаю, наверное, скорее всего. Да Франклин опять с поля зрения пропал. Во. Ёкаламэнэ, Франклин, ты чё? Так, он поехал на парковку. Под взрывом был замечен у многоэтажного гаража, предлагая наземным группам посмотреть здание. Приятель, сбрось высоту, чтобы я мог заглянуть в здание. А он сейчас, наверное, на крышу выйдет. Мне так кажется почему-то. Либо он там тачку заныкал. Аккуратней. От этой камеры меня укачивает. Когда меня тошнит, я страшно злюсь. Извините, я постараюсь не так сильно.
Так, ладно, надо уменьшить. На выходах никого, подзрываем внутри здания. Не вижу его. Пилот, помогай, где он? Если думаете, что это поможет, включить тепловизор. Тепловизор? Вот он. Так, это может пригодиться. Эй, ты меня видишь? Чувак, я в центре гаража. Годи, я же только что вот нашел. Вон он сидит. Вот он. Нет? Это же он. Нет? Я же сканировать-то я не могу, что ли? Увеличить изображение Франклина. И как видишь, другие источники тепла. Так, наведите на камеру тепла, возможно, чет взять их. Вижу парня, стоит у машины в самом центре. Давай посмотрим, чем он тут занимается. Эй, это же не сраный мудак. Вот из-за таких везде сущих уродов, как ты, стоянки воняют. Так, вот этого проверь. Мужик в машине справа тебя, похоже, говорит по телефону. Вот сука, братан, может он федерал? Он вам звонит. Кореш, это не он. Надеюсь, это... Так, ладно, давай-ка вот этого. Может, он вышел из машины? Постоянно Дель Перо, человек рядом с машиной. Сейчас гляну. Не, это не он. Тут мужик машину чинит. Так, ладно, значит, вот этот. По идее, он сидит в машине, должен сидеть. По идее, в машине он должен сидеть. Надеюсь, это тот, кто нам нужен. А вот и наш мудак, спасибо тебе, Тревор Филлипс. Все, свалил от машины, все, ушел. Воу, на, держи. Поздравляем, мертв, отличная работа. Так, он не мертв, я его просто оглушил. Все, я поехал. Так. Мистер Клинтон, вы Молли, да? У меня для вас машина. Z-Tap? Мистер Уэстон будет рад, что вы нас застали. Он хотел с вами поговорить перед отъездом. Мы едем в его личный ангар в аэропорту Лос-Сантоса. Я передам, что вас ждать, чтобы вас ждали у ворот. Ладно. Так, едем в аэропорт. Едем в аэропорт. Так, едем в аэропорт. Машину надо, наверное, не царапать. Не ломать, не царапать. Хотя, мы тогда в прошлый раз приехали, и было пофиг, да, по-моему? Машины были немного побиты, нифига ее носит. Блин, такое непривычное управление, скажу, у этой машины. Она как-то поворачивает странно. Прям как-то странно, реально поворачивает. Ну смотри, такая вообще, да? Прикольная. Необычная. Необычная точила. Окей, короче, нас ждут в аэропорту. Надо успеть, пока тот не улетел. Но я думаю, он не улетит, пока не увидит тачку. Он же ее так хотел, короче. И поэтому, я думаю, он дождется. Ну и, в принципе, на такой тачке, блин, ехать это вообще быстро. Чем мы сейчас долетим, как не знаю, как до магазина вышел. Ну слушай, так в принципе прикольная машина, но такую я бы себе не купил, потому что, ну не знаю, я уже говорил то, что мне нравится больше эти монстр-кары, знаешь. Так, погоди, куда мне? Ёпта! Твою-то мать, смотри, какую ты мне кляксу поставил сзади, ублюдок. Если бы я не спешил, я бы тебя урыл. Так что живи пока, тебе повезло. У тебя второй день рождения, короче. О, а я здесь гонял, я здесь гонку выиграл, кстати. Я помню эти места. Твою мать, таксист, ты куда прешь?
Так, поворот сюда. Блин, настроили вот этих круговых дорог. А что-то у меня опять нос-то чешется. Как не играю в GTA, так нос чешется. Сейчас как скажут, типа, ты побил тачку, она мне нахрен... В смысле, кусты? Сложно вести, когда ты на меня смотришь. Окей. Мы почти приехали. Почти приехали. Так, сказали, ворота нам откроют. Окей. Открывай, меня ждут. У меня назначена встреча с Дэвидом Уэстоном. Ангар мистера Уэстона находится слева. Давай, давай, открывай. Чё за пипиську-то держишься? Не сынь, укушу. Окей. Так. Ангар, ангар. Вот это, да? Ну, здорово, ребят. Эй, вот она. Знаешь, если бы эта красотка, я бы нарушил свое правило 20 или меньше. Лично я их просто водить буду. Эй, скажи мне, ты знаешь, сколько вообще таких тачек сделал? Эй, хрен знает. Нет, не десяток. Ровно 10. А, клево, чувак. Ты, значит, один из тех, кого-то такая. Слушай, хотел бы однажды ездить на такой тачке? Реально? На такой? Или именно на этой? Ну, куришь, что ты-то в точку. Круто, знаешь что? Ты ведь не такой, как эти твои седые пенсионеры. Ты четкий парень. Слушай, чувак, я просто хочу получить бабло за свои услуги. Не волнуйся, будут тебе деньги. А вот сейчас один жизненный урок. Брат, тебе нужно наконец открыть глаза и врубиться в ситуацию. Течешь? Я твой шанс. Я стабильность. Быстрые тачки, классные минеты. Весь мир к твоим услугам. А эти два урода? А, брат, они это просто олицетворение несчастья. Будто вышедший из строя ядерный реактор. А ты стоишь рядом и поглощаешь мощную дозу радиации. Поразмысли об этом. Сделай выбор, пока не поздно. Ладно, чувак, так и сделаю. Пока не поздно. Да-да. Бери первую попавшую в тачку и уезжай. Так, первую... Доберись до выхода из аэропорта. Первую попавшую в тачку. Погоди, какие здесь? Здесь есть вот такая. Это как у Майкла, да? Потом есть... как у Майкла. И есть как у Майкла. Да, первый попавшийся говорит. Ну, спасибо, ладно, у этой хоть цвет поинтереснее. Поехали. Там вертушка села. Кстати, смотри, да? Смотри, какой Боинг. Интересно, на этом Боинге можно летать? Ой! Ну, ничего, ладно. Я это... Босс потом заплатит. Черный вертолет. Окей. Черный вертолет. Окей. Ты мой должник, парень. Мартину Мадрасу нужна помощь. Он просил тебя. Я еще Тревора подтянул. Не благодари. Теперь надо заехать к Мартину на ранчо. Че? На ранчо у Сенера Роуд. Более жесткую гонку. Ваша встреча с Дэвидом Уэсом на новом проекте. Так, ребята. Глаза на глаз. Барри. Нифига я тут пропустил, короче. Офигеть. Пропустил сколько сообщений, да? Так, здесь поступления всякие. Окей. Ладно, допустим. Допустим. У Майкла у меня, кстати, появилось одно, еще одно. Задание. По-моему, погоди. По-моему, психолог же, да, что-то звонил или писал. Типа говорил, поболтать с ним надо. Как же мне хреново. Ну-ка, дай-ка. Так. Мы давно не беседовали, вот, да. Мы давно не беседовали, Майкл, я беспокоюсь о вашем душевном здоровье, так как насчет сеанса по телефону? Давай попробуем. Hello, Dr.
Доктор Исайя, привет, здравствуйте. Привет, док, это я. Майкл, как ваши дела? Плохо, док, очень плохо. Понимаю, за прошедшие годы мы не раз обсуждали то, что негативные поступки вызывают негативные мысли и наоборот. Ваша традиционно низкая самооценка в сочетании с комплексами сексуального характера, отчаянными поисками простых ответов и исключительным нарциссизмом. Все это приводит к тому, что пока вы летаете в облаках, мир расставляет капканы у вас под ногами. А что именно случилось? Знаете, док, после ваших слов, мне кажется, что у меня чертовски мало шансов. У вас снова были приступы отреагирования, Майкл? У меня все было непросто, док. А как насчет проблем? Док, все плохо. Я принимаю плохие решения, док, за которые расплачиваются другие. Семья меня бросила, они даже не отвечают на звонки. Но я познакомился с одним парнем. Возможно, вы о нем слышали. Соломон Ричардс из Ричардс Маджестик. Мы с ним вместе работаем, снимаем фильмы. Может, вы это можете в это поверить? Я кинопродюсер. Рад, что ваши дела не налаживаются, но вам не нужно искать одобрение на стороне. Самооценка — это не нагрудный знак. Она рождается в вашем сознании. Были еще вспышки насилия, Майкл? Я был плохим парнем, док. Знаете, иногда все внезапно летит кувырком ко всем чертям. Тогда у меня срывает крышу. Я начинаю делать людям больно, а потом из-за этого угрызаюсь. Я чертов псих. Раскаяние — это хорошо, но лучше бы держать себя в руках и не допускать отреагирования. Последовать совету? Ну давай, типа, да. Похоже, что я не до конца себя контролирую, док. Майкл, а как насчет ваших сексуальных проблем? У меня все хорошо, док. Не о чем рассказывать. Ни одного случая. Отлично, Майкл. Это настоящий прогресс. Видите, лечение работает, когда вы стараетесь. Так что сами видите. Сейчас мне как бы лучше. Не совсем хорошо, заметьте, но лучше. Терапия способна вам помочь, Майкл, и вы должны быть довольны тем, чем занимаетесь. Но, пожалуй, на сегодня достаточно. Да, и вот еще что. Телефонные сеансы дороже обычных, сами понимаете. Да уж. Но они очень эффективны. Надеюсь, скоро снова вас услышать. Так, 1500, пипец. Так, короче, вроде вы говорили то, что еще Майкл, должен упоминать, типа, в беседе с доктором то, что происходило, то, что, типа, до этого, знаешь, было, то, что он делал, творил, короче, он, типа, это должен упоминать. Но, в принципе, из этого разговора я, как бы, не очень, ничего такого не услышал. Да, он, типа, говорит, я вел там себя плохо и т.д. и т.п., но он всегда это говорит. Вот. Ладно. Окей, друзья. Так. Посмотрим, что у нас. У нас кто там, что там? Какое-то задание у нас было, нет? У Майкла-то, да? Одно задание, погоди. У кого-то там на ранчо, короче, встретиться где-то с кем-то на ранчо. Но, в принципе, нихрена себе, вот сюда. Окей, ладно. На ранчо мы поедем уже, наверное, в следующей серии, вот, эта серия подходит к концу. И я буду с вами прощаться. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.